Православные зауральцы отметили Рождество святителя и чудотворца Николая. Праздничные богослужения, которые прошли в Богоявленском соборе Кургана, возглавил митрополит Курганский Белозерский Иосиф. Именно в этом храме ныне пребывает почитаемый не только зауральцами, но и жителями всего Уральского округа и Сибири древний чудотворный образ святителя Николая. Подробнее о событии в материале наших коллег. Николай Чудотворец родился в 258 году в городе Потари от благочестивой верующей четы Феофана и Нонны. С самого начала жизни он показал людям свет будущей славы чудотворца. При рождении он исцелил свою мать от тяжелой болезни. День рождения самого известного и почитаемого угодника Божия, святителя Николая, отмечался на Руси с 12 века. Со времен императрицы Екатерины II этот праздник пришел в забвение и только с 2004 года стал возрождаться. Во многих епархиях и на многих приходах сегодня возобновляется древняя традиция празднования Рождества святителя Николая. Отрадно, что и на нашем приходе мы празднуем эту дату, поскольку в нашем храме хранится особый древний чудотворный образ святителя Николая Утяцкого. Каждую субботу после божественной литургии перед этим святым образом совершается молебное пение со освящением воды. Эта зауральская икона в богоборческие времена претерпела множество страданий. После проведения научной реставрации икона предстала в своем первоначальном облике, в котором явилась нашим благочестивым предкам в 1749 году в Утяцкой слободе на реке Серебрянке. В течение двух дней в Богоявленском соборе города Кургана проходили праздничные богослужения, всеношное бдение с чтением акафиста святителю и торжественная божественная литургия. Общая соборная молитва объединила духовенство и мирян перед старинным явленным чудотворным утяцким образом святителя Христова Николая. Скольким людям в разных обстоятельствах помогал святитель Николай, это невозможно перечислить, невозможно пересказать. И за все эти чудеса и благодеяния, которые оказывал святитель Николай, мы и любим его, и прославляем его. И зная, что он быстро откликается на молитвы, обращаемся к нему и с нашими мольбами и просьбами. Святителю отче Николая, моли Бога о нас. Эти слова не единожды произносил каждый верующий человек, обращаясь к чудотворцу с верой в его молитвенное заступничество, как и наши благочестивые предки в течение многих столетий. Так и сегодня каждый, кто пришел в Богоявленский собор на праздник, обращался к святителю Христову Николаю с молитвой о самом сокровенном. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии для телеканала «Союз».